Если в чемпионате у «Шахтера» дела не самые радужные, то в розыгрыше кубка парни Еременко идут без поражений. В 1-8 одолели «Тобол», причем на его же поле. Также на чужой территории прошли и «Окжитпес» в четвертьфинале. Кубок Казахстана – это и хорошая возможность прорубить окно в Европу. Обладатель этого трофея гарантирует себе место в Евролиге на следующий сезон. Отсюда и не самый скоростной и острый футбол от соперников. Цена ошибки уж очень велика. Правда, на свой гол горняки наиграли. Пушечный удар Марка Становича вратарь отыграл не смог зафиксировать, и Дауренбек Тажимбетов вовремя подоспел на добивание. Конечно, хотелось, чтобы еще... Гол или два забили, моменты были хорошие. Немножко не получилось. По игре хороший первый тайм, немножко, может быть, академичный. Хотелось больше остроты. Во втором тайме карагандинцы подсели. Атырау стал чаще владеть мячом, но счет остался неизменным. Во втором тайме нашли же силы у этих же самых футболистов играть по-другому. Да, там, может, не было такого какого-то большого, очень такого высокого качества, но мы не стали проигрывать наборство, мы стали прибавили скорости, мы передвинули игру на ту половину поля. Мы искали свой шанс. Да, там мастеровиц не хватает, но по самоотдаче вопроса быть не может. Мы уступили сегодня 1-0, у нас ответный матч. И я думаю, что продолжение следует. Продолжение будет следовать 21 июня. На этот день назначена ответная игра этих команд. В чемпионате же «Шахтер» ждет серьезный экзамен уже в это воскресенье. В столице страны горняков принимать будет двукратный чемпион Казахстана «Астана». Виталий Несибаев, Сайран Акамбаев, Аман Хамид. Казахстан, Караганды.